В действительности процесс пищеварения начинается еще до того, как пища коснется наших губ. Сама мысль о еде может наполнить рот слюной. Ежедневно мы вырабатываем приблизительно 0,5 литра слюны. В слюне находятся энзимы, которые вместе с зубами принимаются за расщепление пищи. После того, как язык помогает еде отправиться в пищевод, все продолжается на автопилоте.